товарищ. В пути. Уничтожил отряд. Пусти ракету, посмотрим, что там. Снайперы атакованы! Пулеметчики как на ладони. Наверное, это больно. Выступаю. Отправляюсь туда, где я нужен. Меняю позицию. Снайпер, слушай. И я в пути. Мы готовы. Машина меняет позицию. Хорошая же разбавка. Если не понимаешь шуток, должно быть немец. А немцев мы убиваем. Ждем приказов. Вам нужна поддержка против танков? Отряд, высаживаемся. БТР готово. Меняем позицию. Ждем приказов. Машина готова двигаться. Гвардия на месте. Стрелки из ПТР в пути. Получай, засранец! Даю передвижению! Сволочи! Его попали! Что? Мы теряем людей! Одним пулеметчиком меньше. Мы готовы! Выступаем! У вас есть цель? Меняю позицию. Да, товарищ. Машина меняет позицию. Поддержка против танков. Гвардейский отряд готов. Мы готовы. Thank you.
машины на месте. Отряд сапёра. Наружу, ребята. Отряд огня. Мы идем. Да, товарищ. Подготовить и поставить прыжки. Сапёры, прыжки! Обстрел начался! В машину, быстро! Стычка с вражеской пехотой. Давно пора было нас повысить. Уничтожим. Мы готовы. Идем быстро. Выступаем. Я готов. Занимаю позицию внутри. Товарищ. Я закреплюсь там. Да, товарищ, выступаем. Машина меняет позицию. Ждем приказов. Вам нужно что-то построить? Мы нужны снаружи. Мы это сделаем. Захватываем цель. Саперы, поставьте заряд. Приказ победим. Мы это сделаем. Мы вновь показали себя хорошими бойцами. Но наша работа еще не закончена, товарищи. Остался как минимум еще один склад на северо-востоке, на другом берегу. Но нужно продвигаться осторожно. Немцы наверняка знают, что мы идем. Я жду. Да, товарищ. Готов двигаться. Снайпер, слушай. В пути. Вам нужен снайпер. Передвигаюсь. И я в пути. Вам нужна поддержка против танков? Это пригодится. Залезайте в машину, товарищи! Мы готовы! Водитель, поехали! Это вам за Алёшку, сволочи! Вам нужны сапёры? Товарищи, поставьте взрывчатку! Готов двигаться. Саперы на готове. Залезаем в машину. Почему вы не нас... Да, товарищ, машина готова двигаться. Машина меняет позицию. У нас появились свежие новобранцы. Ваш приказ, товарищ? На марше! Да, меняю позицию. Меняю позицию.
позицию. Ждем приказов. У нас появились свежие новобранцы. Вылезаем. Пойдемте, товарищи. Саперы, берите инструменты. У нас есть работа. Наступаем. Солдаты готовы. Штурмовые саперы, загружаемся в машину. Да, товарищ, машина готова двигаться. Солдаты готовы, вперед! Выступаем! Это лучше, чем идти. Стрелки готовы. Твой предшественник умер как герой. Это лучше, чем идти. Ждем приказов. Залезайте, товарищи! Ждем приказов! Мы готовы! Техника капиталистов послужит нам... Вам нужны саперы? Идем! За работу, парни! Мины поставлены! Удиви врага! Поставьте тут мины! Здесь нужны противотанковые мины. Построено согласно приказу. Машину. Машины на месте. Машины готовы двигаться. Выступаем. Машины. Машина меняет позицию.
территорию. Товарищ, мы сделаем это! Есть. Выступаем. Цель захвачена. Будем защищать до последнего. ПТР готова. Товарищ лейтенант, разведка доложила, что там идет немецкое подкрепление. Людей к минометам, живо! Приготовить засаду! Быстрее! Мы должны удержать район любой ценой! Хорошая точка. Да, товарищ. Готов к бою. Готов двигаться. Моя вина. Да, товарищ. Готов к вашим приказам. Вхожу. Луганские рабочие ждут прихода коммунизма. Почему бы не назвать их бронетракторами? Вам нужна поддержка против танков? Нам нужно что-то взорвать? Да, необходимо провести ремонт. Думаю, те, что получше, они себе оставляют. Что на обед? ПТР готово! Я уничтожил отряд. Уматываем отсюда вон. И я в пути. Меняю позицию. Лейтенант, разведка доложила, что там идет немецкое подкрепление. Людей к минометам, живо! Приготовить засаду! Мы должны удержать район любой ценой! Это хорошая точка. Быстрее решайте! Выделить людей к орудию! Посмотрите, нельзя ли починить? Ждем приказа! Новобранцы на месте! Здесь нет трусов. Минометы. У нас появились свежие новобранцы. У нас появились свежие новобранцы. Отряд саперов. Да при чем готов. Тут позволение немецкой техники? Отправляйся туда, где я нужен. Ждем ваших... До марша! Войдите!
наготове. Смелее, товарищи! По реке идет немецкий штук! Вот теперь нам хана! Его можно утопить! Просто! Постреляйте реку из минометов! Ломайте лед! Топите фашистский танк! Больше наших войск потеряно. Отлично! Так их, гадов, в ледяную могилу! Смотрите, как бегут немцы! Без танка они уже не такие храбрые! Если генерал Мороз и помог нам под Москвой, то только потому, что видел больше немцев, чем русских. Нет! Самопожертвование и мужество Красной Армии и советских людей. Вот что истощило и замедлило врага. Если бы мы не сражались так яростно еще до наступления холодов, то зимой немцы грелись бы в горячей Москве. Каждое кровопролитное сражение было важным уроком, товарищ. Оно показывало, что мы можем победить немцев. Именно поэтому мы так решительно и бесповоротно шли в бой в Сталинграде. В Сталинграде нас вел в бой приказ 227. У солдат не было выбора. Сражайся или умри. Отступать! Ни шагу назад! Согласно приказу 227, любой, кто отступит, будет застрелен на месте! Умрет смертью труса и предателя! Враги могут поберечь пули, мы и сами друг друга перестреляем. Но, товарищи, по правде говоря, у нас нет выбора. Единственный способ пережить этот день — идти вперед. Мы поняли, товарищ лейтенант. Мы пойдем с вами до конца. Как будто у нас есть выбор. Товарищи! Отберем у врага родную землю! Нам некуда идти, только вперед, к победе! Мы займем территорию вокруг фабрики и пойдем через город к позициям немцев. Не давайте обойти себя с флангов. Будьте готовы контратаковать, когда появится возможность. Пленные фашисты сообщают, что они планируют ввести в бой свою бронетехнику. Когда придет время, попробуем прислать вам подкрепление. Мы выкинем фашистов из Сталинграда квартал за кварталом. Товарищ капитан, соберите людей и закрепитесь по периметру. Чего ты смотришь? Поднимай!
наготове. Отряд наготове. Прибыл снайпер. Машина готова двигаться. И уничтожьте ее. Там убьется сила, недисциплина. Применяйте. Опять. Ударные отряды прибыли. Вперед. Пехота, пехота, обстреливает машину. Отступаем. Полимер сохнет. Пулеметчики готовы. Цель уничтожена. Это советская земля. Что вы хотите, товарищ? Хорошо, тут становится скучно. Да здравствует наша... У нас есть ДП-28, дайте, это пригодится. Еще одна территория стала советской. Захватилась... Бронеавтомобиль прибыл. Саперы готовы к заданиям. Бронеавтомобиль ждет. Выступаем. Вам нужно что-то построить? Саперы выдвигаются. Саперы наготове. Идем. Ваш приказ, товарищ. Меняем позицию. Мы вышли! Вперед! Марш! Выдвигаемся! Саперов!
Быстро! Ударные войска на месте. Выступаем. Солдаты готовы. Выступаем. Проверьте снаряжение. Выдвигаемся. Броня. Выдвигаемся. Цель понятна. Готов к бою. Меняю позицию. Выступаю. Здесь нет трусов. Яркие, как солнце. А нам вернее, чем жила. Не знаю, что потом. Есть. Броня. Броня, автомобиль в пути. Они прячутся в зданиях! Выбейте их оттуда! Слушай, отправляюсь туда, где я нужен. Мы готовы ко всему. Появился новый бронеавтомобиль.
нас появились свежие новобранцы. Ждем вашей команды. Вперед, товарищи! Ударные войска на месте. У нас приказ идти. У вас есть цель? Передвигаюсь. Я уничтожил отряд. Артиллерия! В укрытие! Я жду. Готов двигаться. Новобранцы прибыли. Да, товарищ. Кто придумал? Вашу мать! Нас на Восточный фронт послать! Почти жаль этих сволочей. Новобранцы на месте! Взять одно, удержать другое. Его лучшего друга расстреляли перед собой. Вам нужно что-нибудь? Он спас жизнь офицеру, но ради этого оставил пост. Пулемет перемещается. Готов. Отправляюсь туда, где я нужен. Солдаты готовы! Пора в поход, товарищи! Цель захвачена! Будем защищать! Я выделил вам в помощь несколько «Катюш», товарищ капитан. Они помогут вам выбить фашистских крыс из города. Если передовые отряды наведут их на цели, они будут куда эффективнее. Вперед! Красная армия, мы в пути! Я готов. Меняю позицию. Бронеавтомобиль! Выступаем! Артобстрел! Thank you.
Ваш приказ, товарищ! До марша! Мы достигнем цели! Выступаем! Так, чтобы пятки засверкали! За Родину! Это одна из артиллерийских позиций. Найдите вторую. Покажу, как надо стрелять! Выступаем! Отбываем! Вышли! Вперед! Мы в пути! Выступаем! Новобранцы на месте! Выступаем! Кого надо убить? Готов двигаться. Меняем позицию. Выдвигаемся. Пулемет готов. Пулемет меняет позицию. Катюша, готова. Выступаем. Товарищ! Пулеметчики выступают! Вражеская пехота! Саперы на готове! Саперы готовы. Ремонтников сюда! Вам нужны саперы? Готовы!
назвать их бронетракторами. Постройте топливный склад. Нам нужны ресурсы. Топливный склад готов. Наши пулеметы нужны там, куда мы идем. Мы готовы ко всему. Да, идем. Машины на месте. Машины готовы двигаться. Нет, труп, мы достигнем цели. Вперед, марш! Противник! Заходим в это чертово здание! Ждем вашей команды! Выступаем!
товарищи! Гвардейский отряд готов! Гвардейцы в пути! Что вам нужно? Продолжайте движение. Закрепитесь на мостах, ведущих к вражеским укреплениям. Я русский, но не все русские любят мосты. Товарищ капитан, на севере есть еще третий мост. Да, товарищ. Если вы сможете занять его, я смогу прислать вам на помощь свежие подкрепления. Все на базу, быстро! Воздух! Нужно что-то взорвать? Если можно починить, почините! У нас есть ТП. Ударные отряды прибыли! Пулеметчики готовы! Отходим немедленно! Пулемет готов! Позиция для пулемета. Снайпер готов исполнить свой долг. Катюша ждет приказов. Хотел бы я быть пристрастным. Красная армия, служим народу. Меняем позицию. У нас есть ДП-28. Дайте нам цель. Товарищ. Снаряжение, выдвигаемся. Удар!
Ударные войска на месте. В пути. Пулемет! Мы ждем приказа. Один убит! Гвардии, мы выступаем. Что это? Мы выдвигаемся. Да, снайпер выдвигается. Мы не можем двигаться под огнем. Пулеметчики как на ладони. Доступны новобранцы-фронтовики. Мы идем! Не медлите! Мы убиваем! МГ-42! Вам что-то нужно? Меняем позицию. Цель пулемет. Отметили за храбрость. Пулемет подавлен. Мы готовы. Мы идем, товарищи. Снайпер на готове. Ухожу. Есть приказы. Мы в пути. Мы идем на территорию врага, товарищи. Отлично, товарищ капитан. Подкрепление уже в пути. Отряд сапера. Гвардия на месте. Мы заказали ДП-28. Да, товарищ. Гвардейский отряд готов. Готовы. Теперь у нас есть ПТР. Ждем приказов. Мы готовы ко всему. Советский народ. Расчет в ПТО. Так. Мы вернемся. Да, товарищ. Мы передвигаем орудие. Новобранцы на месте. Отступаем, товарищ. Вам нужно что-то построить. Красной армии нужен еще один склад боеприпасов. У нас есть ДП-28. Дайте нам цель. Готов к вашим приказам. Я в пути. Пулемет готов. Пулемет перемещается. Сделано. Ударные войска на месте. Ждем вашей команды.
Меняем позицию. Ваш приказ, товарищ. Поможете отряду? Становись! Товарищ, двигаться! Мы в пути! Саперы наготове. Пулеметчики готов. Отряд гвардии СДП-28 выдвигается. Гвардия на месте. Стрелки из ПТР в пути. Вам нужен снайпер. Выступаю. Меняю позицию. Что вам нужно? Пулеметчики выступают. Орудие наготове. Отряд, переместите орудие. Позицию, поехали.